На улице Клинической полным ходом идет реконструкция. Обновляется не только проезжая часть, но и тротуары. На пересечении с Мичурино препятствием для рабочих стали торговые киоски. Они стоят здесь на законных основаниях. У владельцев заключены договоры с Министерством имущества области до 2018 года. Сейчас городские власти пытаются договориться с предпринимателями и убрать павильоны на тот период, пока идет благоустройство территории. Дальше варианты какие? Либо они возвращаются на это место, но... Это должно быть совершенно иначе выглядеть, раз. Во-вторых, это должно не мешать проходу пешеходов. Я вас понял. Второй вариант, вы с ними договариваетесь, находите другое место. Этот вариант, мне кажется, предпочтительным. Там узкий тротуар, там негде людям ходить.